Продолжаем. В Архангельской области идут мероприятия федерального проекта «Здравствуй, мама». Он взял старт еще в начале года, поставив перед собой задачу изменить отношение к материнству и улучшить демографическую ситуацию. Обучающий семинар сегодня собрал участников в СГМУ. «Здравствуй, мама». Наряду с программой «Репродуктивное здоровье» – второй крупный проект демографической направленности в регионе. Процент фактов искусственного прерывания беременности в Поморье достаточно высок, поэтому ситуацию необходимо менять к лучшему. Очень важно, чтобы медицинский работник, который общается с женщиной, врач УЗИ, руководитель медицинской организации и все сопричастные лица правильно коммуницировали, чтобы у женщины, которая пришла в медицинскую организацию, не было тысячи, скажем, критериев, почему она отказывается от беременности. О залоге успеха правильного взаимодействия с мамочками рассказали специалисты благотворительного фонда «Женщины за жизнь». Обучающие тренинги как для профильных врачей-специалистов, так и для руководителей учреждений здравоохранения. Основной упор на необходимость создания особой психологической атмосферы для всех наблюдаемых в женской консультации. Показатель эффективности работы – опыт Мордовии, где за неполный год удалось сократить количество абортов на 42%. Суть в том, что мы внедряем новый регламент общения с беременной женщиной. Это регламент общения предусматривает стоп-слова, фразы, которые можно говорить и нельзя. Какая-то особая психология общения женщины, которая располагает женщину к принятию решения в сторону позитива. Программа подразумевает и другие направления работы. Ремонт помещений женской консультации и кабинетов УЗИ, чтобы будущая мама чувствовала себя комфортно и безопасно, предоставление наборов необходимой одежды и средств для первого года жизни ребенка и распространение информационных буклетов с небольшим сюрпризом – пинетками, которые как будто приближают момент встречи с крохой. У нас на сегодня проводится, ну, по крайней мере, должна проводиться прегравидарная подготовка. То есть это комплекс мероприятий, который направлен на то, чтобы женщина была физически и психологически готова к беременности, смогла выносить здорового малыша. Поморье – один из шести российских регионов, выбранных площадками для реализации проекта «Здравствуй, мама». Работа началась в начале года. Виктория Воронцова, Денис Линчевский, «Регион-29».